Так, ну что, ребята, понедельник, работы очень много, я пришел со своей основной работы, напарник за мной тут же заехал, я даже не успел покушать, но это вообще идеально, мне так нравится. И вот мы поехали, что мы сегодня будем делать? Теплицу будем делать, так что давайте мы ее вместе с вами сделаем, оставайтесь с нами. Я не знаю, далеко ехать, нет? Ну, только конец города будет. Да ты чё? Ну, это здесь в Синарке только пробка. Все с заводов едут, с работы. На Южный едем. Чуть дальше даже. Ну, минут через 20 будем уже на месте. Сколько мы ее это, по времени будем собирать? Да недолго, я думаю. Час-полтора. Ну, я тоже думаю. Там что, говоришь, 3 листа закинуть? Да ну. Там все сверху. На пробке? Ну, это... На эти... На кровельные самолезы с этими пробками. Да, на пробки. Так что будьте с нами. Будьте с нами. Так, ну что, ребятки. Приехали мы на объект. Короче, дача. Прикольная дача вообще. Ну как прикольная? Сад обычный. Сейчас покажу вам, какую теплицу мы будем делать. Так. Вот торец уже закрытый на этой теплице. Дорабатывать не надо. Ну, вот она вся теплица. Примерно через 2 часа. Такой даже меньше. Ну, 2 часа это с чаем. Сейчас мы сначала чай попьем. Все ухожено у них здесь. Замеряет. Сейчас пойду помогать. То есть уже замерили. Отмеряет. Так что вот. Ну вот. Завершающий момент. Теплицы. 2 листа уже сделали. С краев. Вот остался в середине лист. Все изморались. Птички, слышите как? Сейчас только пили. Ты начал снимать, перестали пить. Ага. Так, у него желтый-то заканчивается. Да? Ну, на белый садим тогда. Ну, на белый нам главное с той стороны, что хватило. Так. Ну, вот внутри тепличка. Опачки. Ну, вот сейчас еще тот край зацепим. Ну, клевая теплица. Мне понравилось. Тоже надо дома ставить. Короче, работы дома, умотаться. Короче, вот все, теплица готова. Птички, слышите, как поют? Вот. Мне даже самому нравится. Че, Самат, как тебе твоя работа? Нормально. Из 5 баллов на сколько ставишь? 4,8. А? 4,8. 4,8. Ну, теплица старая. Маленечко диагональ извело со временем. Пришлось маленечко повыеживаться. Где-то подпиливать, где-то подрезать. Заняло где-то примерно 2,5 часа, да? А в целом вроде, не вроде, но я бы себе так и сделал, да, по сути. А?
Главное, чтобы заказчик понравился. Ну, заказчик пришел, ему понравилось. Проблем нету. Как спокойно в саду все-таки. Люто топим домой. Хотим кушать. На нашей лютой. Девятка, да? Девятка.